Я проходил курс процедур на аппарате Exelys, и результаты превосходят все мои ожидания. Поначалу я был настроен весьма скептически, потому что понимал, насколько у меня обвисла кожа на лице и подбородке. Лицо буквально сползало ниже и ниже, и я сказал сам себе: «Хорошо, пришло время что-то с этим делать». Процедура лифтинга была абсолютно безболезненна, а результаты были заметны сразу же. Моя жена это заметила, насколько я изменился. Она сказала: «Вау, ты выглядишь намного лучше». Я тоже был удивлен результатом. Я сказал себе: «Наконец-то я узнаю себя 5-6 лет назад. А ведь я прошел только треть от всего курса. Я хочу выглядеть молодо, на 35 или 40 лет». Поймите меня правильно, я настроен довольно скептически. Я хочу, чтобы меня устраивало то, как я выгляжу. И, по всей видимости, Exelys справляется с этой задачей. В то время как остальные процедуры довольно инвазивны, а результат непредсказуем. Проблема других процедур в том, что невозможно предугадать, будешь ли ты выглядеть естественно, как раньше, или же результат станет слишком заметным, в плохом смысле. Не хотелось бы услышать: «Ого, у него действительно подтянутое лицо, но в природе такого не встретишь».